При взрыве в жилой многоэтажке Томска погиб человек. Обгоревшее тело только что обнаружили спасатели. Первые кадры с места ЧП появились в интернете около часа назад. Как сообщается, взорвался газовый баллон на 8-м этаже дома по Сибирской улице. Моментально вспыхнули сразу несколько квартир. Рухнули балконы и перекрытия между верхними этажами. Жильцов экстренно эвакуировали, пострадали. По разным данным, от 8 до 11 человек. Среди них двое детей. По словам очевидцев, одного ребенка, чтобы спасти, завернули в матрас и выбросили из окна 7-го этажа. Он выжил, но состояние тяжелое. Число госпитализированных уточняется. В эти минуты пожарные продолжают бороться с огнем. В общей сложности в тушении и спасательных мероприятиях задействовано почти 100 сотрудников экстренных служб и 30 единиц техники. По предварительной информации, взорвавшийся баллон использовали рабочие для монтажа натяжного потолка. Погорельцев временно разместили в соседней школе. С ними работают психологи, врачи, есть горячее питание. Ситуацию взял под личный контроль губернатор региона.